Всем привет! И давайте посмотрим, как я проводила будни, пока меня здесь не было целый месяц. Забрала свою посылку из H&M. Здесь пижама с халатиком, домашняя одежда. Потому что я вчера прорядила свои ряды домашней одежды. Мне нужна была новая. Ну, я заранее знала, что это будет, поэтому заказала заранее. И захотелось весеннего и голубых пастельных оттенков. И еще цветочки. Это вы уже, наверное, видели в прошлом кадре. Это лилии. Сейчас побегу домой готовить завтрак, потому что я ходила за авокадо. Вот он где-то здесь. У меня в шопере вот там. Сейчас еще зайдем в Starbucks, возьмем кофе, потому что я уже очень голодная, и завтрак надо готовить на каком-то энтузиазме. И я взяла матчу на кокосовом. Бегу домой со своими вещичками. Сейчас будем готовить завтрак обеденный. Я еще такого пуделя красиво встретила в Starbucks, но не сняла, потому что не люблю снимать людей. А вот и я. У нас сейчас будет гуакамоле. Здесь авокадо, лимонный сок. И я добавляю еще молотый чеснок. И это свежий перец в мельнице. В общем, очень свежий. И сейчас в этом блендере мы все перемолим. У меня вот такой вот маленький... Точнее, сам блендер вот такой маленький. И у него идут вот такие небольшие бутылочки. Есть еще поменьше даже. И у него еще вот такая вот... вакуумная какая-то история есть, это чтобы дольше хранилось. То есть, когда вы сделаете смузи, например, поставить его в холодильник, нужно выкачать оттуда воздух, и тогда он не будет менять цвет и куда-нибудь попадать в воздух. Очень удобно, особенно если вы еще с собой это куда-то берете, там есть еще крышка обычная, ну и в принципе так тоже можно носить, здесь нет никакого лезвия. Я очень довольна, очень удобно его мыть за минуту буквально. После того, как ты его использовал. Забыла, конечно же, про соль. Сейчас мы совсем немножечко добавим. Почти готово. Сейчас еще пару раз пропущу. И все. И наш гуакамоле готов. Я вспомнила, почему я не стала разминать сегодня вилкой. Потому что был очень свежий и довольно твердый авокадо. Ну, он такой был средний. Сейчас будем делать теперь булочки. У меня есть вот такие рогалики, которые мы купили только вчера и про них забыли. Но они уже не очень свежие, поэтому я буду делать, наверное, вот эти булочки и сделаю вот такую, такую штучку с авокадо. Они вот в такой закрытом пакете, и после вскрытия они хранятся недолго, но когда они закрыты, они хранятся где-то месяц, что не очень хорошо, конечно, но вот для таких булочек, в общем, по-любому в кафе вы тоже такие видели. Все их прекрасно едят, ничего не случается, поэтому иногда можно. А еще у меня здесь просто замечательнейшая клубника, которая наверняка вас испугает, потому что размерчик у нее с мою ладонь. Но она очень-очень сладкая, видимо, сейчас какой-то сезон. По-моему, это местная, да? Это же местная клубника? По-моему, местная, да. В общем, у них, видимо, сейчас... какой-то тепличный сезон, и она очень-очень ароматная, сладкая и очень вкусная. Стоит она сейчас всего 1,5 евро, но здесь две упаковки. И вот что у нас получилось. Здесь булочки с гуакамоле, с лососем, это сладкорн и яйца. А
это я в маске. 100 раз про нее говорила, сейчас еще раз покажу. Вот, это маска от Филорги, называется она Мезомаск. Я ее делаю раз в неделю, и после нее эффект такой, знаете, на выход сразу. Можно куда-то на мероприятие топать. Очень красивый эффект, у нее очень классная консистенция и приятный аромат, поэтому я ее с удовольствием использую. И очень жду, когда этот раз в неделю настанет поскорее. Хочу показать вам свою прелесть. Это вот этот замечательный графин от Firm Living. Вот этот бренд. У меня были стаканы, и я убедилась, насколько это качественное стекло ручной работы. Оно просто невероятное и невесомое, когда ты держишь в руках, очень приятно, и вообще просто сама посуда — произведение искусства, поэтому я докупила графин. Тем более сейчас будет лето, будет водичка с лимоном, с огурчиком, все такое освежающее, какие-нибудь соки, и поэтому просто это must. У меня есть еще такие стаканы, это с AliExpress, у меня 2 штуки таких, я ими с удовольствием пользуюсь, но это совсем другое качество абсолютно, поэтому позже, еще через месяц, я, наверное, закажу стаканы вот такой высоты, только от Firm Living. Вот так выглядит набор стаканов, здесь их было 4 штуки, мне нравится, что у них разная такая высота донышка, и вот так выглядит графин. Есть еще графин чуть-чуть побольше, чем этот у них, и сверху идет в наборе еще стакан, чтобы, знаете, вот здесь сверху вот так накрывать, это как крышкой, все это друг к дружке идеально подходит, но у меня вот такой обычный графин. Решила заказать такой и отдельно уже стаканы. Вот просто насколько они невесомые. Мне кажется, я мизинчиком могу поднять, и вот какой от них звук. Еще что касается воды, у меня есть вот такая 2-литровая бутылка, я ее наливаю и вот так со собой ношу по дому, чтобы пить в течение дня, потому что я сейчас опять почему-то не поддерживаю водный баланс. У меня, знаете, с этим то очень густо, то пусто совсем просто. И вот эту бутылку я ношу с собой. Но она такая, знаете, понятное дело, не очень презентабельная. И, ну, в целом не то. Куда приятнее вот с этим графином, да, ставить его на стол для красоты. И смотрите, я нашла этот бомбер. Знаменитый, вот он серый. Сейчас я его померяю, вам покажу. В общем, не буду вам его даже на себе показывать, потому что у него отвратительное качество. Он супер тонкий. Это никакая не шерсть, естественно, это синтетика, и она очень сильно блестит. Вот на видео не видно, но, в общем, блестит. И вот, ну, то есть это вот какая-то подкладка больше даже. Но сидит хорошо, сидит классно, модно, но качество, сами понимаете, да? Вот это вот все. Что-то мне ничего не подошло, все я перемерила. Я в итоге выбрала вот этот бомбер. Его поймала как-то в Заре. Это шерстяной, не тот, который плохого качества. И размер это ML. Я побежала на югу. Идем, выходим. Ничего не видит. Если приезжаешь в Икею, первым делом надо поесть. А еда в Икее вкусная, нам нравится. Ну, знаете, кроме сыра здесь ничего такого нет. И тортика, кто-то тортик делал. Рыба очень вкусная вот эта, мы сейчас ее возьмем домой себе такую, в морозилку. И пюрешка, кстати, тоже вкусная. Мы ленимся, покупаем в Икее. Что за чаепитие здесь? Сходили мы в Икею, как всегда, за губками. Знаете, сколько потратили? Сколько мы потратили? 250 с едой. И это еще 25 у нас была скидка по карточкам. С Нового года оставалось там за елку мы вели. За переработку, короче, елки, за с календаря с адвента у нас там были карты. Вот. Раз, два. Но мы обновили все постельное белье. Только не надо его стирать. Нет, не будем его стирать. Оно в пакете. Да! Вчера еще купили полотенце в H&M. Ну, там так все будет. Ой, что вчера еще купили полотенце в H&M. Так у нас теперь все. Текстиль обновленный. Я уже даже постирала сегодня. Полотенце лучше в H&M покупать. Они там намного приятнее к телу. Потому что один раз мы купили в Икее,
И они остались ошметками на теле просто после душа. Они осыпались этим цветным хлопком. Да, 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 какими-то нитками. Шестирок просто. То ей было сложно. То ей это... тяжко, вельми тяжко было. Комплектование. Так, все, мы идем. Искать свое такси. У меня сегодня красиво хайлайтер блестит на щеках, о, на скулах. На скулах, которых нет. Мартик нас дома еще ждет. А там у нас закат, смотрите, красиво. У нас вообще весна, весна-весенняя. Раздеваешься днем, а... Да, вечером холодно. Вечером холодно. Вечером холодно, вот так я сейчас одета, у меня там рубашка еще, вон снизу висит. И прохладно, конечно же. Мы уже давно дома, я разложила все покупки, но ничего такого особенного тут не было. Сейчас я вам покажу, зачем мы в основном ехали. Решила обновить хранение в холодильнике. Точнее, не обновить, а вообще его, в принципе, организовать, поэтому никогда не было. Насмотрелась я красивых роликов по организации всех этих тиктоков, знаете ли, где в американских огромных холодильниках это все очень красиво хранится. Здесь у меня 4 контейнера стеклянных с деревянными крышками. Пластиковые мне не нравятся крышки из IKEA, они такие синими какими-то некрасивыми ободками. И вот такая форма для выпекания чего-либо. Давайте сейчас я его покажу вам. Там есть серия очень красивая, белая. У меня есть такая форма с белой такой керамики, но она такая тяжелая. Я решила, что чтобы быстренько что-нибудь запечь, нужно взять вот такую круглую, она такая симпатичная, и все сразу смотрится эстетично. Вот, это первая главная вещь. Второе такое большое, что мы купили, это обновили постельное белье. Здесь две простыни одинаковые. В IKEA никогда нет наличия 200 на 200. Просто никогда нет белого белья 200 на 200. В этот раз было, поэтому почему бы два не взять. А вообще, насчет простыней, вот это вот тоже очень приятное по качеству, с вот таким названием. А мы обычно берем вот эти простыни, но их не было в наличии, взяли вот эту, тоже она приятная, потому что те, что подешевле, они сразу же покрываются катышками, имейте в виду это тоже. А это одна из вещей, за которой мы ехали, это вот эти сменные кассеты на ролики для чистки вещей. Они у нас все закончились, и без них жить невозможно, просто не знаю как. Поэтому ради этого мы и поехали в IKEA. И сейчас я вам еще одну вещь покажу, без нее тоже жизнь не жизнь. Это даже наглядно, чтобы посмотрели, сколько всего убирается с разных вещей, со свитеров, с носочков, из всего прочего, вот этих вот катышек. Это машинка от Xiaomi. Мне кажется, она продается абсолютно на любом маркетплейсе. Она красивая, такая, знаете, лаковая, приятно ее в руке держать. Я ее не раз рекомендовала у себя на телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан. Там очень много всяких полезностей, обсуждений и советиков. И вот это просто то, зачем мы ехали. Это губки, самые лучшие губки для мытья посуды. Они из IKEA, как без них жить, я вообще не представляю. Ничего подобного больше нигде нет. Одну пачку я уже распаковала, и уже мы ей пользуемся успешно. Вот всегда берем сразу 5 упаковок, чтобы были в запасе. Что касается еды, у нас всегда в морозилке полно всего из IKEA. Сейчас тут тоже не очень-то красиво, потому что они полные ящики. В общем, мы всегда берем вот этот лосось. Он самый классный из вот таких вот охлажденных, замороженных. Готовится просто за 15 минут в духовке. Очень вкусный. Я решила вот сейчас креветки попробовать. И здесь у нас вот тоже всякая рыба, креветки, вегадельки тоже икеевские, веганские сосиски из Икеи, которые мы до этого покупали. Хочу вам еще показать. Из интересного у нас здесь есть вот такие гёдзе с креветками. Мы их покупаем в азиатском магазине. И здесь нет в составе мяса. Обычно в гёдзе идет еще какая-нибудь говядина. Здесь нет. Здесь только овощи и креветки. Поэтому, если вы не едите мясо и увидите вот такие гёдзе, обязательно возьмите попробовать. Очень вкусные. Здесь у нас тоже тунец замороженный. Здесь еще мои овощи, которые я уже на завтрак обычно готовлю. У меня суп с бананом. И я забыла, с чем еще, очень вкусный. А у Тёмы жареный тофу с какими-то овощами. И они подают еще все с таким, с такой дыней. И еще винишко. Тёма, приятного аппетита! Ты
Thank you very much. Доброхуть. Доброхуть, да. Пословато. Распаковка сейчас будет долгожданная просто. Я готовлюсь к весне, делаю всякие заказики. И вот у меня есть две пары новой обуви. Давайте с вами распакуем. И как вы догадались, наверное, уже это газели, которые сейчас просто не достать днем с огнем. Во-первых, вот такая пара синего цвета. Во-вторых, эта пара вообще супер желанная. Вот такая в сером цвете. Сейчас вам на себе их покажу и подробнее все расскажу. Вот так они выглядят на ногах. И мне очень нравится, что у них такая грубая замша. И они очень классно будут смотреться с синими джинсами, с серыми брюками. В общем, я их покупала под серые брюки. Задумка была такая. В общем, очень-очень мне нравится, как они смотрятся. Эти я заказывала на Adidas SK на нашем словацком сайте. Еле как выцепила свой размер, я просто 4 дня подряд обновляла сайт, чтобы поймать эти серые. Также они есть в бежевом цвете, вот что-то приближенное к этому. А тоже очень красивые. Вообще, это мужская у них линейка считается, хоть они и унисекс, но все равно. Поэтому женских размеров очень мало. А вот мужские всегда такие есть, в 42-м, начиная с 42-го всегда есть. И сейчас покажу вам вторую пару. Вторая пара газели выглядит вот так. Это такой темно-синий цвет. Сейчас я вам покажу поближе. Здесь замша другая, она такая гладкая, плюс здесь белая подошва, белые полоски, белый язычок. Очень вот этот легкий фирменный газелевский язычок. Мой стандартный размер 38,2,3 у меня в Адидасе на 24 сантиметра. И прям всегда железно подходит. То есть всегда опираетесь, когда заказываете Adidas, именно вот в такой интерпретации в кедах, смотрите по сантиметрам. Вот у меня 24 сантиметра, и мне по сетке идеально подходит всегда то, что я заказываю. В общем, вот так вот теперь в моей коллекции газелей. И я все-таки надеюсь еще подкараулить Adidas Samba, потому что они мне тоже очень-очень нравятся. Я уверена, что они подойдут опять-таки к моему гардеробу. Ставлю еще небольшую вставочку с нашей встречи с Дашей. Я бегу, как всегда, опаздываю. У нас очень тепло. Плюс 15-16 сегодня. Мне на днях прислали пиар-рассылку Гису, и я сама их с удовольствием покупаю. Эти средства у меня уже все есть, они стоят в ванной комнате, это будут мои запасные. В общем, вот этот несмываемый кондиционер просто супер огонь. У меня уже был такой в travel формате, я его закончила, он пустой, но оставила баночку, чтобы сюда переливать. У меня сейчас есть еще один любимый несмываемый кондиционер, это вот этот от Oui. Вообще сейчас этот бренд мне очень-очень нравится. Это кондиционер, шампунь и маска. Вот эта маска просто огонь. Эту еще не распаковала, потому что у меня не закончилась та, которую покупала я. Этот спрей мне сейчас очень нравится для прикорневого объема, я его использую. Очень классный, тоже классный аромат. И волосы не пачкаются, а именно получается классный объем от корней. А еще у меня есть вот такая малышка Travel. Посмотрите, какая прелесть. Это я что-то заказывала на сайте, и мне в подарок положили такую малютку. Пока у нас совсем не стемнело, буду с вами прощаться. Спасибо вам большое, что посмотрели этот влог. Конечно же, подписывайтесь на другие мои соцсети, на Telegram, на Instagram. Буду наносить сейчас свой уход и ждать Тему с работы. Тем пока!